семена томата зимней вишни высевают на рассаду в начале апреля. Первые всходы появляются достаточно скоро. Уже спустя от 103 до 105 дней вы можете начинать собирать урожай, созревший на компактном кусте. Плоды выровненные, круглой формы. Кожица темно-малинового окраса, плотная, гладкая. Мякоть мясистая, отличается высокими вкусовыми качествами. Средняя масса обычно не превышает от 90 до 110 грамм. Сорт устойчив к растрескиванию и предназначен для выращивания в открытом грунте. Используют урожай для потребления в свежем виде и консервирования. Томат зиняя вишня – это травянистые высотой от 40 до 50 см с типом роста, детерминантные. Томат зиняя вишня имеет ранний срок созревания. Плоды имеют массу от 90 до 110 грамм. Форма у плода плод округлый. Цвет плода темно-малинового цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.